Так как наступил пост, Леонардо Йонович сейчас съест весь этот чеснок. Но до чеснока у нас скумбрия. Скумбрия – это не только рыба, а те, кто знают, догадаются. А до скумбрии у нас есть кабачки, помидоры красные. Нет, они не красные, они зеленые, вообще-то это огурцы. Ну и так далее. Одним словом, чисто холостяцкий завтрак.